Здравствуйте, уважаемые телезрители! Этот выпуск программы «Городские заметки» мы решили посвятить квартирному вопросу. Точнее, одной из самых спорных и неприглядных его сторон – самовольному увеличению жилплощади за счет общедомового имущества, а нередко и созданию условий для обрушения всего здания. Около года назад о скором сносе этого балкона на третьем этаже дома по Красноармейской улице говорилось чуть ли не как о свершившемся факте. Имелись предписания о возврате сооружения к первоначальным размерам. Однако на дворе конец 2017-го, а конструкция не то что не снесена, она теперь успешно обживается. Было бы интересно узнать, ее установку наконец-то одобрили или владелец жилья попросту проигнорировал требования надзорных органов. Да, в сравнении с некоторыми убитыми балконами этот выглядит куда лучше, но так ли он безопасен для самого многоэтажного дома? Люди тоже заблуждаются, думая о том, что они балкон строят из легких конструкций, но они балконы нагромождают, выносят там холодильник, какие-то бытовые приборы туда, и тем самым усиливается нагрузка на плиту. Плита балконная вообще, по сути, это, как было бы понятно, это не потолок, это не плита перекрытия. Плита балконная, она заходит буквально сантиметров на 20 в стену дома, то есть она заходит на толщину несущей конструкции. И поэтому люди думают, что крепкий балкон, ничего не будет. Хочется, обращаясь ко всем, это до первого рейда. Квадратные метры. Ради возможности получить, так сказать, халявный кусочек территории, многие идут на любые ухищрения. Почему столь жесткое выражение? Дело в том, что первоначально человек приобретает квартиру, либо она достается ему от родственников в наследство с одними параметрами, которые прописаны в техническом паспорте БТИ. Найдите хоть один такой документ, в котором указано, что хозяин имеет право расширить свои владения за счет увеличения балкона или, если речь идет о первом этаже, пристройки. Вообще, в рамках предусмотренным законодательством, это возможно, если это не нарушает конструктивные элементы и способности конструктивных элементов жилого дома. То есть собственник жилого помещения должен обратиться в управляющую, в мэрию муниципального образования. Мэрия муниципального образования дает бегунок. С этим бегунком нужно обойти все коммунальные службы, все ресурсоснабжающие организации, которые обслуживают и подают свой ресурс в данный многоквартирный дом, согласовать данную перепланировку или переоборудование помещения с ресурсоснабжающими организациями. Потом этот бегунок несут в орган местного самоуправления, относительно которого выдается разрешение на проектно-изыскательские работы. Собственник жилого помещения идет в проектную организацию, получает проект, рассказывает проектировщику, соответственно, как он хочет это все сделать. Проектировщик, соответственно, выдает проект с конкретным описанием, то есть пояснительная записка, в которой четко должно быть сказано, каким образом, какими инструментами работать, чтобы сделать, выполнить эту перепланировку. Да, существует регламент, по которому возможно получить такое разрешение от территориальных органов власти. Но, во-первых, строительные работы не должны нести вред конструкции здания, а снос несущей стены, если кто не знает, может создать вполне реальную аварийную ситуацию. А во-вторых... Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Применительно к нашей ситуации, сначала разрешение от остальных собственников жилья в доме, от городских властей, информирование надзорных органов и так далее. И только потом возведение сооружения. Нельзя узаконить уже построенное самовольно, как нельзя получать одобрение на работы, если они уже ведутся. Однако наш человек всегда надеется на авось или на свое умение договориться по любому вопросу. Как и вам, так и обращаясь ко всем жильцам нашей республики, данный вид перепланировки, увеличение, вы, наверное, это имеете в виду, увеличение размера балкона или лоджии, это запрещено федеральным законодательством. То есть
люди зачастую думают, я сделаю, я сейчас выполню, как мне нужно, я сделаю, потом заплачу какой-то некий штраф, и мне это все оформят. Нет, такого нету, и чтобы население нашей республики и все, кто хочет или уже сделал, чтобы они не заблуждались. Несмотря на то, что правило существует не первый год, люди все равно сначала быстренько подсуетятся, увеличат балкон, сделают пристройку, а потом бегут в БТИ узаконивать. Случаев отказа превеликое множество. О фактах, когда владельцам самовольно установленных сооружений разрешали оставить сделанное, нам неизвестно. Ведь если бы они имелись, то свидетельствовали бы о нечистоплотности давшего добро чиновника. Люди должны понимать, что... Вообще, в принципе, просто установить раму, балконную раму, вот как у нас балконы застеклят, на это, в принципе, большому счету тоже нужно разрешение. Потому что разрешение должны иметь собственники жилых помещений на все работы. То есть, таких моментов я не знал, я не уведомлен, это не освобождает от ответственности. Хотелось бы еще подчеркнуть тот момент, что проектировщики идут на это. Проектировщики, зная о том, что это в принципе запрещено федеральным законодательством, разрабатывают какие-то проекты, я не знаю, или в целях заработать, или... Но тут есть другая сторона медали, что в проектно-сметной документации обязательно должна быть пояснительная записка, где полностью... Все это проектировщик прописывает, тем самым на себя берет ответственность. В начале осени в объектив нашей видеокамеры попал момент установки балкона на втором этаже дома по Комсомольской улице. Что любопытно, несмотря на то, что после этого часть жильцов могли остаться без крыши над головой, никто из них не удосужился сообщить о проводимых работах. Чуть позже стало известно, что люди не давали разрешения на установку конструкции. В мэрию заявление с просьбой одобрить внесение изменений в фасад многоэтажного дома также не поступало. Похоже, хозяин новенького балкона огромных размеров про себя решил, он может делать, что хочет. Кому нужны эти формальности? А ведь нетрудно заметить, что плита намного меньше того, что вскоре здесь должно было появиться. Около 2 лет назад журналисты телекомпании «Черкесск» впервые подняли проблему самовольной установки в городе балконных конструкций. Причем в материале были указаны причины, по которым такой вид работ не только незаконен, но и опасен для горожан. Однако многие телезрители увидели в этом то, что хотели увидеть. В большинстве случаев комментарии под видео чуть ли не кричали о предвзятости, некой зависти и так далее. Хотя для тех, кто не в курсе, по стране было немало случаев, когда именно изменение конфигурации строения приводило к трагическим последствиям. И кроме того, кто-нибудь задумывался о том, как можно узаконить то, что устанавливалось без разрешения, без соответствия с проектной документацией, делалось, так сказать, на глазок, авось не упадет. Этак можно дойти до того, чтобы самостоятельно отхватить кусочек муниципальной земли где-нибудь в центральном сквере и организовать там торговлю чем-нибудь. Причем желательно так, чтобы все об тебя спотыкались. Ах да, там все это уже есть. Законно? То-то и оно, что нет. Но сейчас не о том. Рекламные какие-то щиты, баннеры, что выполняем балконы, реконструкцию и так далее. Зашел один раз в такую фирму, там мне сказали, нет, мы только в рамках дозволено. То есть то, что в результате вы видите, да, что происходит. Увеличение балкона буквально, то, что вы говорите, там на 30 сантиметров, на 35 сантиметров, где-то можно, где-то нет, нельзя. Нельзя. Люди увеличивают на метр с каждой стороны, то есть вперед выдвигают на полметра. Это очень опасно. Это в первую очередь опасно для самого собственника жилого помещения, потому что может всякое произойти, и тем более это все транслируется по... Мы все это видим, то есть все трагические последствия. Как в Черкесске, так и по республике работают представители жилищной инспекции, других городских и региональных надзорных органов. Они в меру своих скромных, скорее в физическом плане сил, стараются пресекать факты незаконного расширения жилплощади, перепланировки помещений. Полномочий-то достаточно, вот только количество самовольно проводимых работ сейчас столь велико, что впору многократно ксерокопировать 3D-изображения специалистов и всех отправлять с проверками по домам. Если мы заходим в дом, мы в любом случае обращаем внимание на
выполненную реконструкцию, на увеличение балконов, заходим в эти квартиры, выдаем предписание. Предписание такого характера. То есть, если до 2010 года, ну, до 2011 года мы выдавали предписание, где мы прописывали либо привести в первоначальное состояние, либо узаконить выполненную перепланировку, то на сегодняшний день федеральное законодательство это запрещает. То есть мы не оставляем собственнику жилого помещения шанса узаконить это. Вполне вероятно, большинство нарушителей не будут спешить с возвратом конструкции к прежнему состоянию. Так, собственно, пока делают многие. И ранее упомянутые владельцы жилплощади по Красноармейской улице, если раньше они не знали правила, то теперь просто игнорируют их. По такому же принципу, похоже, живут и другие хозяева незаконно увеличенных или построенных сооружений. В том самом сюжете двухлетней давности мы рассказывали о балконном беспределе на Красноармейской улице, неподалеку от региональных управлений казначейства и налоговой инспекции. Что поменялось? С одной стороны, как была, так и осталась деревянная избушка на курьих ножках. При установке строители повредили стену, по которой вверх поползла трещина. Здание пока стоит. Надолго ли? Правда, жильцы дома уже смирились с судьбой. Их теперь больше заботит детская площадка, подход к которой со всех сторон заблокирован припаркованными автомобилями. Внимательные телезрители наверняка запомнили дверь на втором этаже, которая вела в никуда. И вот спустя некоторое время стало понятно ее назначение. Мало того, что жильцы целого подъезда самостоятельно пристроили себе по помещению, так особо предприимчивый установил еще одно сооружение. Оно едва держится и грозится упасть на подъездный козырек. Мы прошлись и по другим адресам, где владельцы квартир самовольно создали себе дополнительные квадратные метры. Огромных размеров сооружения на третьем этаже дома по Кирова 16 все так же пугает соседей вероятностью обрушения стен. Организация на первом этаже дома по улице Горького числится квартирой. Раньше здесь располагался цветочный магазин, который по рекомендации надзорных органов, так сказать, приказал долго жить. Прошло время, и вместо возврата к прежнему облику просто поменялось название. Правда, в последние несколько дней здесь было тихо. То ли владельцы жилья решили таки переоформить помещение, то ли временно прикрылись, пока шум не уляжется. Судьбе этого панельного дома также было уделено особо пристальное внимание. Вот эпизод, показанный в одной из прошлых программ городских заметок. В начале текущего года один из жильцов дома номер 57 по улице Лободина обратился в мэрию Черкесска с жалобой на незаконное, по его мнению, строительство соседкой с первого этажа балконного помещения. Сначала, когда начали строить, моя сказала: Светлана, ты спросила разрешение у кого-нибудь? Я, ты знаешь, кто такая? Я Хубиева. Поняли? У меня только знакомых, я строила и строить буду. Даже вон любая бабушка подтвердит, она говорит, пусть что хотят делают, а я, говорит, решила и до конца. Зачем? После такого ответа стало понятно, решить проблему мирно вряд ли получится. Ответ на обращение в мэрию не заставил себя долго ждать. Женщине, которая уже почти закончила строительство балкона, было предписано снести пристройку и вернуть все в первоначальное состояние в срок до 1 июня. На календаре уже далеко не начало лета, однако ВОЗ и ныне там. Там же несущую панель он разрушил. Двери сделал на выход, что нельзя делать. Он же крупнопанельный дом, а они разрушили вот это все. А вот двери. Со строительной точки зрения, вот вы говорили, насколько это небезопасно? Ну, саму вот если рубишь перфоратором тяжелым, представьте, старый дом, трещины, то все, я думаю. 40 лет дому. Несанкционированные вот такие перепланировки, как нам известно, привели к трагическим последствиям в нашей стране, во многих городах, как и Кемерово, как и Ижевск, Москва, Санкт-Петербург, в Иваново были люди, гибнут. Но собственники жилых помещений, они должны понимать, что это их имущество. Никто это имущество, кроме как они сами, не должен беречь. Это тот же, как у другого постояльца собственный дом, то же самое, это собственная квартира. Только разница в том, что все
все места общего пользования, это кровельное покрытие дома, это как стены дома, подвальное помещение, лестничные клетки, лестничные марши, они все находятся в равной долевой собственности между всеми участниками жилищных отношений данного многоквартирного дома. Вследствие чего необходимо все вот эти работы согласовывать на общем собрании или в заочном голосовании, согласовывать со всеми собственниками жилых помещений. Что с тех пор изменилось? Мало того, что были проигнорированы требования вернуть все в первоначальное состояние, так еще и дурной пример оказался заразителен. И теперь вместе с одной пристройкой на первом этаже соседей радует вид второй, этажом выше. Многие жильцы этого дома обеспокоены тем, что из-за самовольных работ по установке балконов и перепланировке трещины на стенах стали больше. Однако после того, как обращения в различные инстанции в итоге ни к чему не привели, они уже не верят, что возможно что-либо исправить. И еще, странно, что представители управляющих компаний и ТСЖ не особо жалуются на нерадивых жильцов. А ведь вслед за увеличением конструкции нередко за счет общедомового имущества идет установка там батарей. А это большая площадь отапливаемого помещения, что влечет и дополнительные траты со стороны организации, либо меньшую температуру в квартирах всех жителей дома. Или руководители товариществ и компаний готовы возмещать потери за счет других статей расходов. К сведению, собственники квартир только на всеобщем собрании могут решать вопросы по внесению изменений в объекты общего пользования. А фасад здания, как бы кому из жильцов не хотелось, это общее имущество. Затем принятое решение необходимо довести до муниципальных властей, ресурсоснабжающих организаций. И только после всех согласований выполнять ремонтные работы строго в соответствии с документацией проектной организации. Не сделали ничего этого? Живите с тем, что есть. Если человек, то есть собственник жилого помещения, в сроки, предусмотренные законодательством, не выполнил ту или иную работу по приведению в соответствии с проектно-сметной документацией всего дома, человек привлекается к административной ответственности по статье 7.21 по первой части и по второй части, выдается повторное предписание и составляется протокол и отправляется в суд. Соответственно, суд вот сейчас как бы в общем порядке это рассматривает. С 2018 года, со дня вступления вот этого нового законодательства, он будет рассматривать в течение 10 дней. Сразу по истечению 10 дней, по результатам рассмотрения, будет выдан исполнительный лист, который будет направлен в службу судебных приставов. И все это будет приводиться в соответствие за счет собственника жилого помещения. Впрочем, в ближайшее время депутаты Госдумы должны принять поправки к федеральному закону, согласно которым ужесточается наказание за самовольное производство работ по реконструкции и увеличению многоквартирных жилых домах, пристроек, балконов, лоджий. И все же наиболее оптимальным видится вариант, при котором владельцы квартир, подвергшихся изменениям, письменно соглашались бы на возмещение возможного ущерба от своих действий. Другое дело, что мало кто согласится взять на себя ответственность за собственность соседей. Если так, тогда о каком увеличении жилья может идти речь?